Thank you.
Сегодня у нас, конечно, не понедельник, но сегодня среда, можно сказать, что это почти понедельник. Очень здорово, что, несмотря на то, что сегодня не выходной день, вы выбрались и решили этот вечер провести с нами. Спасибо. Thank you.
Эту песню нам любезно разрешили исполнять наши, можно сказать, кумиры, группа «Квартал». И песня называется «Моя любовь осталась в Амстердаме». Дождь и птицы,
Спасибо. Следующая наша песня. Это одна из наших последних, в смысле новых песен, относительно свежих. Надеюсь, что далеко не последних. Песня является собой некую метафору. В принципе, рассказывает о жизни русалки, которая живет под водой. И это ее некая исповедь, с одной стороны, и какая-то мантра, с другой стороны. Потому что вроде бы все есть, вроде бы все хорошо, но что-то вот не дает покоя бедной русалке, которая живет на дне океана. Наверное, знакомая проблема, особенно для современных женщин. Русалка.
Спасибо большое. Следующая наша композиция называется «Пока ты спал». Знал, какой, как много.
слов для тех, кто, возможно, впервые сегодня нас слышит, нас видит и вообще никогда в жизни не встречался с нашим творчеством. Как вы заметили, вся наша музыка, она русскоязычная. И конкретно та программа, которую мы сегодня исполняем, проходит под кодовым названием «джаз». И, собственно, наверное, многие с этим поспорят, потому что не бывает джаза на русском языке. Но, честно говоря, мы не пытаемся ничего доказать своим примером, мы просто пытаемся показать, насколько огромным потенциалом обладает наша родная русская речь, что она обладает своим грувом, своим ритмом, своей мелодией, которые тоже создают определенную музыку, и почему бы тоже не попробовать исполнять на нашем любимом языке такую неблизкую нам музыку, как джаз. Вот с этим, на самом деле, мы тоже поспорили по поводу того, что она не близкая, потому что неважно, где она появилась, где она родилась и где она развивалась, а важно, что сейчас мы ее исполняем, и, по крайней мере, пытаемся ее исполнять. Thank you.
Сережки, которые поют от ветра, каждый выдох, ее каждый вдох пощипает.
гусар, только он и знал, как бывает не тяжко. Вместо твоих рук вечера разлук, вместо пепельниц с чашкой. Ты меня прости, меня отвести, от тебя порой взгляд дать. Знаю, но я смогу, все же отпущу, будет после нога. Называется очень просто. Спасибо.
Спасибо. Сейчас мы исполним песню, которая вошла в наш второй альбом, который вышел буквально недавно, буквально месяц назад. Называется «Неприлично», и там вы услышите совсем, ну не совсем, но немного, скажем так, другую музыку, немножечко в другой стилистике. Но тем не менее, вот эта песня, она звучит примерно так же. Называется она «Лестница». Вернее, «Кокон лестницы». Thank you.
тише. Я хочу услышать снег за окном, он танцует на вальс. Температура ниже, и снег уже на крыше. Мы не знали, куда.
Спасибо большое. Я искренне желаю вам в жизни испытать такой момент, хотя бы один, чтобы вам захотелось очень сильно петь. Примерно так, как она хочет у меня. Любите друг друга, друзья. Быстро прошло и закончилось летом. Даже себе самой я не признаюсь в этом. Ты, конечно, прав. Я скорее умру, чем буду якобы кого-то ждать на берегу. Thank you.
не знакомец. Между блюдцем мы чинны.
Яичный комплекс. Говорит, мне идти в другую, не проститься нам на месте. Через полвека вместе. Мы останемся незнакомыми. Thank you.
Последняя на сегодня песня, она называется «8 слов». Только да, ничего, кроме да, но что-то мы подаем от нами вода. Ты достанешь до дна и разбудишь меня. Я с тобой навсегда, если ты навсегда. Восемь слов твоих и голова моя голубой. Я не помню лиц, не вижу, забываю имена. И ты пока не знаешь, что ты держишь мое сердце на ладони, если ты со мной. Yeah.
Виктором Хей. Меня зовут Саша Романова.